Так вот, вернулся я в Вильнюс, и жил я тут, если мне не изменяет память, с 1941 года. И умер я в Москве весной, в 89-м. Знаете, все очень странно. Вернулся я, чтобы посетить своих друзей и родных. Но не очень я кого-то и встречаю. Был я на месте вечного упокоения. Так все лежат и покоятся в рае. Но, может быть, и в аду. Конечно, я встретил несколько однопартийцев. Видел, как они бутылку давили. Знаешь, такие они и друзья. А еще я был у своего сына. Хотел посмотреть, как он живет, и, конечно, увидеть своих внучат. Они не обращают на меня никакого внимания. Они просто смотрят свои телевизоры, компьютеры. А ну, блядь, не понимаю, что там такое. Поэтому я и слоняюсь по вильнюсским улицам детства. Не нашел своего старого дома, ни оппонентов, с которыми играл шашки по воскресеньям. Вот я и думаю о абсурде и иронии прошлого жизни. Грустно. Люди даже на призрака не обращают внимания. Видишь, неинтересны им и ним. Я думал, что умереть некрещенным — это ничего плохого. Но теперь я даже не знаю, что сказать. Я надеюсь, что мои родные хоть свечку поставили за мной.